музыкально-поэтический, не знаю, перформанс, спектакль, концерт, не знаю, как его назвать, потому что музыка и слово — это два главных составляющих смысла в этом спектакле. Все-таки буду называть его спектаклем. Я читаю три произведения. Первое — это проза Марины Ивановны Цветаевой «Мать и музыка». Она рассказывает о том, как маленькую Марину мать учила игре на фортепиано. И там, ну, бесконечно, конечно же, присутствует Петр Ильич. Слышимо и неслышимо, зримо и незримо. Стихотворение Беллы Ахмадулиной, посвященное Марине Цветаевой, называется «Уроки музыки». И поэма «Сказка о дожде», которая тоже про этот внутренний дождь в виде творчества, которое присутствует, безусловно, и в композиторе тоже. Я не люблю актерское исполнение стихотворений, ненавижу просто. Поэтому если приходит какое-то эмоциональное погружение, я его стараюсь сдерживать. Не всегда получается, все равно оно иногда как-то так накрывает, как цунами. Но, в принципе, мне просто очень важно передать текст, потому что со мной рядом музыканты стоят, они ничего не играют, они играют и чувствуют инструментами своими, с саксофоном, фортепиано. И я стараюсь также просто использовать голос как некий музыкальный инструмент, который еще доносит смысл. Зрители считывают и понимают, что эти произведения про то, как важно слышать свой голос и не поддаваться никаким соблазнам или угрозам, испытаниям жизни. Как важно быть честным перед самим собой, как важно отстаивать какие-то вещи в себе, даже которые не принимаются никем вокруг.